Я не думаю о болезни, но отрицать я ее не буду, если она есть. И гнать не будешь? Скажешь, здравствуй, болезнь? Нет, так а смысл ее гнать, если я о ней не думаю? Если я о ней не думаю... Но если она пришла? А если она пришла? Она же бесстыжая, она же бестактная. Ее нужно лечить. Кто, я? Тебя лечить? Нет. Все в порядке. Нет. Конечно, это все психология, не знаю, я стараюсь все это не принимать, потому что она мне сегодня у вас все. Да, говорю, у меня этого уже нет давно. Я говорю, у меня ничего этого нет. Потому что если все это, Саша, то, что у меня есть, там, когда мне написали, реально все это воспринимать, я живой труп. Живой труп. Выразительное риторическое средство называется оксюмором. Горячий снег, живой труп. Поехали. Что, ребенок, с чего начнем? Над чем работала, скажи? Над стандартом. Над стандартом, очень хорошо. У нас там был момент соединения, да? Ты поработала. Ну и замечательно распетая. Это что вот это? Да, распетая. Распетая? Ну ладно, коль распетая. Точно не надо распевать? Ну хорошо, работаем тогда. Тогда начинаем прямо оттуда же. Значит, я не распечатала. Юля, вам большое спасибо. Угу. Почитала, да? Да, да. Очень хорошо так Юля все раз... Я хотела распечатать прямо. Что там кто? Я уже сейчас опять забыла. Я запомнила. Ну-ка, расскажи. Что, это место? Да. Мы. Да. Мы тоже? Мы тоже, да. Ну я спрашиваю, где моя корзинка может быть? Я задаюсь вопросом. Вот я второй момент, я поняла. А первый я не поняла, мы тоже. А при чем здесь мы тоже? Я вот первого не поняла момента. Я задаюсь вопросом, где моя корзинка может быть. А, то есть вот так. И они тоже. И мы тоже. Мы тоже задаемся вопросом. Нам тоже не. А, вот так, понятно. Мы тоже. Ну ладно, значит, будет вот такая, да, у нас будет окраска. Я, может быть, их достала тоже. С корзинкой с этой. А, ты заколебалась. И они такие, да, мы тоже хотим уже увидеть. А, уже, да ну, где же твоя так. корзинка? Да, где же в конце концов твоя корзинка? Девочка, слушай, уже давай найдем твою корзинку все вместе. И иди уже ты с этой корзинкой, наверное, так. Ну, короче, как сделаем, так сделаем. В любом случае, давай пробовать. С какого места? С минора? Давайте с минора. Скрывать раски, lost my yellow basket. Сиди, пожалуйста, Зоя. Вот это место, пожалуйста, тоже. Да? Соедини его тоже. Извините, пожалуйста. Ни за что. Ни за что. Шутка. Ты не в 1:28? Нет, я здесь в 3:3. А, ну хорошо. Угу. Соедини тоже это, сделай. Подтяни это, поставь это, сделай на легато. Она такая тоже тычковая. Пошли. Скрывать раски, lost my yellow basket. Ну, leave that girl, I don't know what I do. Oh dear, only way my basket can be. Это мы тоже. Ты нам тоже бы надоела уже вот так. Oh dear, with the little girl I could see. И мы тоже. Что? Нет, я просто могу что-то остановить. А, нет. Нормально? Ага, хорошо было. Ты хорошо сейчас нотку-то только взяла. Дома работала. Оперла, потому что как надо. И встала ноточка. И поела. Поела еще? Нет, после сытого обеда нельзя сразу. Я не объелась. А, не объелась? Поела. Понятно. Я знаю, как они едят. Клюк-клюк-клюк-клюк. Ну, еще разочек, Александр Сергеевич. Спасибо. Поехали. Оттуда же. Да, оттуда же. Oh, I was so kind of there.
все было хорошо, но одно место ты очень ускоряешь. А его надо наоборот с оттяжкой петь. Слышите? Слышали, да, Славочка? Не заметили? Да. Это? Ну, то получается. Ты ускоряешь его, мой хороший, нельзя его. Нет, и даже не это место. А, вот после него. Это тянучка. Вот его ты ускоряешь. Вот после этого ты куда-то бежишь. Давайте прямо его. Прямо это место. Ну, этот. Отискать. Ага. Нет, вот видишь, там тоже ты хватаешь дыхание, поняла, да, вот там, оно рваное место, и ты сейчас заметили, да, Александр? Так это сейчас, она сейчас постаралась, а до этого был вообще, она слишком торопила, да это сразу, это всегда как бы было слышно, но мы как-то на нем не останавливались почему-то. Были другие. Ну да, мы работали над чем-то другим. Вот здесь, пожалуйста, обопри сильнее это место. Прямо обопри, пускай это будет с акцентом, пускай это гротесково будет, поработай. И вот это место пошли. Вот после basket у тебя яма. Да. Значит, пожалуйста, залегуй тоже. Перед Беско, перед ней возьми дыхание. Mama, help me find my... Want some help me find my... Может, здесь? Но, но сейчас это было слишком захлёб. Find my basket, Может, тогда после взять? Попробуй после. Но нужно сейчас искать. Mama, help me find my basket and make me happy again. Ну так там возьми. Happy, там-то будет уместно. Александр Валерьевич, пробуем это место. Дыши, дыши, гротесковость добавь сюда, потому что он здесь уместен. Оттаскивать. I lost my yellow basket. Would someone help me find my basket and make me happy again, again? Сильнее надо давать. Сильнее надо давать. Прямо вот так. Вдох, выдох, звук сразу. Еще разочек с Александровичем. Пошли. I lost my yellow basket. Would someone help me find my basket and make me happy again, again? Да. Ты должна называть Мэгми. Что там? Вот эта фраза, перевод. Кто поможет мне найти мою корзину? Ну, и сделать меня счастливее. Ну так ты уже, смотри, тебе все. Мы тоже. Чего тоже? Хотят помочь тебе ее найти? Или уже ты задолбала действительно, девочка? Понимаешь, вот как бы все. Или они реально хотят тебе помочь? Ну так вот здесь, вот понимаешь, здесь уместно. Ты уже осерчала. Ну так и сделай хороший показательный вздох и сделай мордашку. Чтобы это отыграть, обыграть это дыхание. Еще разочек оттуда же. Другое дело совсем. И еще больше лица дай. Ага. Еще я просто сейчас думала. Да, да, ты сейчас с дыханием справилась, все замечательно. По фразе все было замечательно. А игры? Еще разочек. Акценты. Растягивай тут тоже. Прямо хорошо ее. И. Вообще все на одном спе. Да причем так легко? Ну это то, что кусок вырвали. Ну вырвали, конечно, кусок. Ты там разве перед началом этой длинной фразы не берешь дыхание? Ты сейчас его вообще нет. Я никогда не брала. Мама дорогая. Ну так слава богу. Хорошо, что у тебя такой запас. Ну работаешь на опоре, держишь. Это экономное дыхание называется, моя дорогая. Опора экономит его. Ты бы еще что-нибудь спела. Еще бы спела. Сейчас еще раз Тискина пошли, еще разочек. Оттуда же? Оттуда же. Или с минорной? Нет, оттуда же. Не надо там все хорошо было. Пошли, другим займемся. Оттискит. Оттискит. I lost my yellow basket. Would someone help me find my basket and make me happy again, again. Ну а сейчас ты там не допела. Бросила. А нельзя. В смысле, перед дыханием? Перед дыханием. Ты бросила. Ты же можешь запоздать. Ну попробуй сдвинь ее туда.
I'm the first kid. Hi, ребята, сделай так. Сделай так. Не знаю, не получится. Ну ты еще... Почему? Ну так ты так просто, сразу. Я время это, которое надыхает, ты допиваешь, понимаешь, да, Сергей? Ты допиваешь предыдущую, нормально берешь вдох и просто там дальше сдвигаешь ритмически. Поет, пробуешь, все получится. Отыскит, отыскит. I lost my yellow basket. What's up, my help me find my basket and make me happy again, again. No, no, no. Хорошо. Ну, ты поработаешь дома над этим местом. По крайней мере, ты сейчас залеговала, ты сейчас поняла, там, какие могут быть варианты. Если все-таки не срабатываешь, и вдруг такое получится, что все-таки ты не наработаешь вот такую подвижную гортань вот здесь, потому что у меня тоже получается это место не в совершенстве. Не всегда. Бывает раз получится. Ну, а потом... Ты понимаешь, там, если медленно... То есть вот такой ход. Если все-таки его как-то сейчас подсократить вот без вот этих вот, вот наворотов гортанных, то есть то, что гуляние вот это вот. Я даже не знаю, как его можно изменить. Я уже впета, уже и въелась, да? Ну да. Но... По идее, конечно, нужно просто не легкого пути искать, а нужно работать. То есть мне бы петь, я бы долбала бы ее. Вот здесь бы я долбала. А то, что Антоша всегда говорит, я долблю, долблю, долблю. Это долбить, это называется черновая работа. А выходишь, когда петь, там уже, извините, никакой долбежки. Там идет уже органика. И вот он вот этой разницы не понимает, как бы одно дело долбить место, технически его отработать, то, что ты должна сделать. Поэтому давай вот так, давай ты все-таки вот это. Все остальное, как бы все неплохо. Не надо замыливать тоже вот это все. Все оставляем в этой? Оставляем в этой, тональность утвердили? Ля. Все, оставляем в ля-мажоре тогда. В ля-мажоре оставляем. И вот это место ты дома катай, прямо вот это место. Не пой ее целиком. И пока мы, значит, ее оставим, пока в покое оставим. Нужно... А играет кто у нас? Ну, Настя на басу, Александр Валерьевич и... Миша. Миша гитара. Миша гитара и барабан. И барабанчик точно. И барабаны. Миша гитара и барабаны. Все. Состав такой, принимается же? Еще. Принимается. Чего больше не надо, ты работай сейчас, потому что потом уже нужно выходить, работать уже с ансамблем. Да, ну все, я скажу, думаю, что она как бы собрана, все сделано, нужно просто твоя личная доработка. Все с этой песней. Дальше идем. Да. Что? Ты это давайте. Рок. Рок. Хорошо, давайте рок. С самого начала, да? Хорошо, я туда пойду.